первый день недели, рано утром, когда еще было темно, пришла к гробнице Мария Магдалина. Камень от входа в гробницу был отвален. Увидев это, она побежала, нашла Симона Петра и другого ученика, которого Иисус особенно любил, и сказала им: «Унесли Господа нашего из гробницы, а где положили его, не знаем». Петр и тот ученик сразу же вышли из дома и поспешили к гробнице. Сначала они бежали вместе, но тот ученик, бежавший быстрее, чем Петр, оказался первым у гробницы. Нагнувшись, он заглянул в склеп и увидел лежавшие там погребальные пелены, но внутрь он не вошел. Тут следом за ним прибежал и Симон Петр. Он вошел в гробницу и увидел там и погребальные пелены, и платок, которым повязывают голову покойника. Платок был свернут и лежал не вместе с пеленами, а отдельно от них. Тогда и ученик, прибежавший к гробнице первым, вошел в нее. Он тоже все увидел и поверил. Тогда они еще не понимали, что по Писанию Иисус должен был воскреснуть из мертвых.